Здравствуйте, дорогие друзья! 1 июля 2023 год. Продолжаю вас знакомить с моими малинами. Перед вами сорт среднего срока созревания Корпика. Корпика является очень крупноплодным и урожайным сортом. Побеги дает высокие, мощные, сильные, требует надежной шпалеры, хотя бы 1,80 м высотой. Вот посмотрите на это изобилие, какая прелесть. Висит на кустах, он только начал созревать. Ягода у него подходит довольно-таки дружно, собирать его очень приятно. Давайте посмотрим, как он снимается с плодоложа. Ягода снимается хорошо, чисто, с небольшим усилием. Она крепко держится на плодоложе, но снимается легко и чисто. Вот такая шикарная ягода, крупнющая. Прелесть. Посмотрите на это чудо-чудно. Побеги у нас свисают. Сейчас я попрошу, муж придет, поднимем, я вам покажу. Пришел мой помощник с трудом. Мы зацепили, подняли побеги. Сейчас я вам буду показывать это изобилие. Посмотрите, какая прелесть. Ягоды крупнющие, их огромное количество. Вот такое чудо расчудесное. Висит очень-очень много ягоды. Ягода шикарная, крупная. Вся одна к одной. Обожаю сорт Корпика. Прям изобилие. Изобилие ягодное. Вот, полюбуйтесь на ягодку сорта Корпика. В сравнении с моей рукой. Ягода огромущая, выровненная, одномерная. Костянка мелкая. При еде совершенно не ощущается. Вкус прекрасный, сладкий. Ягода тающая, сочная. Я люблю сочные сорта. Если ягода мясистая, но мало сока, я такие сорта не очень люблю. Корпика, в принципе, будет неплохо транспортироваться. У него при сочной ягоде достаточно она плотная. Его можно перевозить на небольшие расстояния в малогабаритной таре. Урожайность высоченная, ароматный, сладкий, вкусный. Ну, замечательный сорт. Корпика у меня в любимчиках. Могу поставить его на одну ступень с Марией, Феноменом и вот Корпика. Есть еще сорта, которые я очень люблю, но это, понимаете, опять же, чисто органолептически у каждого свои пристрастия. Я люблю ягоду сочную, тающую. И вот Корпика относится к ароматной, сочной, тающей ягоде. Очень вкусный.